Откусим маленький кусочек. Привет, друзья! Вы на канале Kiwi Show. Надеюсь, вы любите радугу не меньше, чем я. Но еще больше, чем радугу, я люблю мороженое. Поэтому хотела предложить вам сегодня самостоятельно слепить мороженое, но не обычное, а веселенькое в цвет радуги из разноцветного плейда. Начнем с красного. И катаем как настоящее тесто. Примерно вот такой толщины. Осталось вырезать формочку. Убираем лишний плейдо и аккуратненько поднимаем наш первый блинчик. Следующий у нас ярко-оранжевый. И делаем то же самое. Для того, чтобы сделать его похожим на первый, точнее даже таким же, кладем первый слой сверху и вырезаем по контуру. Убираем лишний. Вот что у нас получилось. Уже два ярких слоя. Приступаем к зеленому. И повторяем то же самое, что и с оранжевым. Укладываем сверху красный и оранжевый. И снова вырезаем. Теперь синий. Я думаю, этого достаточно. И вырезаем четвертый слой. Четвертый слой готов. И остался ярко-фиолетовый. Последний, пятый слой готов. Теперь сделаем шоколадную глазурь. Для этого берем коричневый плейдо. Раскатаем тоненький слой. Шоколадная глазурь готова.
Покроем теперь ей наше мороженце. Получилось идеальное эскимо. Осталось добавить палочку. Смотрите, какое обалденное! Совершенно как настоящее. Давайте теперь посмотрим, что внутри. Откусим маленький кусочек. Ух ты, какой классный кусочек у нас вышел! Четко просматриваются все наши старания и разноцветные слои. И само мороженце просто шикарное, аппетитненькое, в идеальной глазури. Смотрите, совсем как настоящее, как будто бы я сама его только что откусила. Но не забывайте, когда вы сделаете такое же мороженце дома, предупредить друзей, чтобы никто его случайно не съел. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. До новых встреч! Всем пока!